Я тут решил посмотреть российскую пропаганду, до этого я себе отказывал в этом не очень приятном действии. Начали выходить опросы, как люди относятся к войне в Украине, что они об этом думают, и выяснилось, что больше половины россиян, они либо прямо поддерживают, либо в целом относятся с пониманием и относятся нормально. Я вначале подумал, что это опросы какие-то левые, купленные, да, ну не может быть, потому что когда ты анализируешь информацию, когда ты смотришь, что происходит, у тебя в голове не укладывается, как люди могут это поддерживать. Но почему-то вот большое количество людей поддерживает. Я начал смотреть телевизор и понял, почему это происходит. Потому что в телевизоре, конечно, рисуют совсем другую картинку. В телевизоре и официально вот эти вот говорящие головы, и чиновники, и представители Министерства обороны, они, конечно же, заявляют, что Россия, если наносит какие-то удары, то это только высокоточное оружие, которое исключительно попадает по военным целям. А если где-то ракеты попадают по жилым домам, то, естественно, это все сами украинцы своих и бомбят.